Аквариум. Ну, в начале импровизации на фортепиано. Алло. Прекрасно. Аквариум. Фантастически азартно я играю в последнее время в рассказы. Но мало того, я передразниваю в процессе письма то Чехова, то Мальцева. Но Чеховым я начитался. Это вот как. А Мальцева сама появилась. То ли из Чехова выросла, то ли много с ней играю. И хочется шутить в ее ключе. Соблазнительно доказать, что и я могу так. Аналогично сыпануть на голову. Вроде кошмарненького и милого конфетти. Эх, при таком серьезном начале надо бы дать читателю отдохнуть и развлечься, процитировать какое-нибудь стихотворение. Да и пусть оно будет эпиграфом к предстоящему рассказу. Аквариум квадратной частицы мироздания. Желто-мутная на книжной полке. Их много в городе, в домах знакомых знаю несколько. И, уходя из мира, хорошо бы взять его на расставание. Да, вот такое симпровизировалось вдруг стихотворением. И хорошо, как вдруг, использовать чужие приемы, в чуждом мире интересно. И легко. И есть образец, как приняться за дело. Так начну рассказ с чего-нибудь такого. В комнате дальней стоял на столе аквариум, в нем кишели рыбы, а в доме кишели люди. Но рыб было много, а людей мало. Но двигались они медленно, что-то думая про себя, и при этом были похожи на рыб медленностью и плавностью. Самой большой рыбой был мужчина с бородой, рыжая борода, как говорится, но не медная, а просто светлая. Волосы тоже, как лапша из куриного бульона, который кипятили до тех пор, пока все в нем не пожелтело. Или же уронили туда, пока варили флакон с желтой и коричневой тушью. Он мрачно двигался, только иногда оживлялся, неизвестно почему. Ах, словно внезапно открывали дверь, и воздухом его шевелило. И он вспоминал, как он раньше шевелился. И как механически, по воспоминаниям, он немного дергался в двух-трех оживленных движениях и жестах,
лицо озаряла улыбка, заученная давними годами, и снова тишина. Дальше он приступал к своим тайным делам и таинственно медленно двигался из угла в угол комнаты или по коридору из одной комнаты в другую. Я тоже невольно себя чувствовал, как на дне водоема. Если делал что-нибудь, что мне хотелось, то со стороны был тоже похож на какого-нибудь очкастого бычка, уже побывавшего на крючке у рыболова, и поэтому грустно. Вот вам и чеховская шуточка. В доме еще была женщина, но это не для уха читателя, не для его зрения. Иногда я играл на пианино. Черное пианино стояло в дальней комнате. Оно не слушалось моих пальцев и моего настроения. И это тоже похоже на то, как будто вы играешь в воде. И все непривычно, непослушно. Даже мне иногда казалось, что очень хорошо получается. Но это бренчание в консервную банку на дне водоема. Там в воде всегда может показаться что-то преувеличенным или страшным, или чрезмерно жизнерадостным, но волны гуляют на поверхности, где-то безмятежно, как детские сны. Окна в доме. Три окна. Как ни странно, не снимали этого впечатления водоемного, хотя там виднелись дома, в них горели абажуры, в дождливую погоду старики сидели на балконах. Я каждый раз думал, как это похоже у них на сиденье у окна вагона какого-нибудь поезда дальнего следования. По утрам, если не спишь всю ночь, видно в окнах сонные фигуры в трусах. Почему-то очень рано просыпаются непонятные люди. Или мужчины, толстые, похожие на старых женщин, или женщины, похожие на старых мужчин. Ну да, старикам, видимо, не спится, и они с радостью чуть светает, уже включают свет и начинают свои дни. И я похож на утопленника, утонувшего когда-то давно в этом доме. А эти люди просто на рыб. И какой-то аквариум радует глаз. Вот где вода и рыбы настоящие, утешает разум мысль. Тогда я гляжу на рыбок 2-3 секунды и забываю всё.